Сейчас очень важно, понимаете, очень важно передать звук вот досконально, чтобы вы просто поняли, так сказать, эмоцию и силу, которую я в него вкладываю, да. Вот сейчас, тихо, тихо, готовимся. Сейчас ушки надо это, убрать наушники, потому что, возможно, вас хернет прям жестко, прям будет оглушение от этого. Значит, представьте, город, мы мчимся, значит, с горы по очень, так сказать, неровной трассе, ледяной. Да, такая, с ухабами, прыгаем вот так вот постоянно. И вот в конце мы вниз летим. Ну, чтобы вы понимали, да, это все очень быстро, прям вот, ну, меняются, так сказать, события. И в конце такой трамплинчик. И мы с него вылетаем, и вот напротив, там не пустота, понимаете, там буря. Но она вот, знаете, она на скорости, на такой, что превращается в стену. Это, знаете, как эффект воды. Вот ты когда прыгаешь в водичку, вот она, водичка, да, хоп, нырнул, она тебя обволакивает, все хорошо. А стоит прыгнуть с высоты, и вода, она как бетон, да, то есть натягивается у тебя поверхность, ты об нее ударяешься и плашмя. Вот тут то же самое. Мы вот, значит, прыгаем, как бы буран нам навстречу, и сам по себе буран, как бы он же что? Он, ну, там воздух, да, там какие-то газы, то есть какие-то частички льда, в принципе, терпимо. Но у нас такая скорость, что он как бетон, вот как вода. И мы прям... Вот я надеюсь, я смог, собственно, передать вам звук, чтобы вы понимали. О, ребята, с возвращением, значит, 2 дня я не играл в эту прекрасную игру. Я вообще все забыл, все свои идеи, все наши планы. И все это, так сказать, было сделано и брошено перед самым главным сейчас, перед, так сказать, завершением старого контента и уходом в новую третью главу. Перед Бураном, который я в прошлый раз не смог достойно, собственно, пройти и выжить. И вот я перед всем этим на 2 дня брал отпуск, потому что чуть-чуть уже мозг, так сказать, начал подзакипать. Поэтому сейчас я безидейно, без, собственно, стратегии, скорее всего, также влечу в этот буран, и мы все, скорее всего, сдохнем. Ну, либо я буду сейчас очень плотно импровизировать, тогда у нас все получится. Кстати, я забыл поздороваться, да, собственно, всем здравствуйте, Nightguard, Frostpunk 2, новая серия, там уже вроде 8 или 9, пока что полет нормальный, и, наверное, на этом болтологию я просто окончу, потому что за 2 дня отсутствия в игре мне очень сильно хочется, знаете ли, играть. Поэтому, техничка, напоминаю, лайки везде. Короче, оказалось, что на ВКшке тоже есть лайки, так что там тоже лайки ставьте, комментарии пишите. На ютубчике, подписка на Бусти, где больше серий выходит, чем на ютубе. А они, собственно, чаще появляются. Что еще? Телеграм, ну и в принципе все, да. Все остальное я постараюсь обеспечить, чтобы контент был прекрасен. Все, на этом мы болтологию окончили. Чай готов, ой, какой теплый хороший чаечек. Ну и в принципе все, поехали разбираться. Так, что у нас здесь? Вот оно, да, вот оно что. Первый завод у нас уже, как говорится, встал. Но это мы сносим, получается. Это был прекрасный район, но благо я уже готовился к этому, у нас была уже подстраховка, уже, так сказать, построен новый район. Здесь все не так плохо, как кажется. Кстати, а у нас и здесь-то тоже, да, осталось 38 недель. Крупный добывающий район. Блин, это проблема. Нужно вообще в эти буры уже по-хорошему выходить, да, переходить на добычу, собственно говоря, с вот этих вот точек бесконечных, потому что... Ну, у нас сейчас еще раз я могу поменять, так сказать, точку сбора. У нас еще одна позиция вроде бы есть. А вот дальше уже будут большие проблемы. Так, давай сейчас быстренько разберемся, что у нас здесь. Буря уже прям подходит. Она уже прям тут. По нефтезапасу, по квесту у нас все великолепно. Ждем прибытия, значит, бродяг. Пусть забирает свою нефть и мозги не компостирует. Это 8 недель. Дальше. Я обещал открыть науку улучшенная теплица с биоотходами. Все, вопросов тогда по науке у нас сейчас нету. 17 недель осталось. Надеюсь, мы успеем это открыть. Улучшенная теплица с биоотходами. Это она. Да, успеваем здесь по временам. Тут все у нас вроде как хорошо. Так, что еще надо сейчас сделать из важного? Население. У нас часть людей все-таки до сих пор без жилья, потому что я не понял, куда мне расстроиться. Вправо, влево, влево, вправо. Непонятно. У меня вообще есть крупное желание сейчас вот по новой перерастроить здесь этот район в очередной раз. Потому что сейчас уйдет завод. Вот эта вот зона, в которую я, собственно, упирался, непригодность, она тоже сейчас, как говорится, уйдет. Я смогу чуть-чуть больше выйти с территории этого ущелья. Плюс, у нас здесь что? У нас тут была одна точка криво построена, да. У нас там плохо соприкасалась территория, значит, узлов.
Я это криво сделал. Тут у нас без бонусов достойных получилось. Это, конечно, неприятно. Тут у нас бонус полноценный, там у нас бонус неполноценный. Хотелось бы, но это опять же сейчас время, блин, терять. Так, и у нас, кстати, у нас большущие проблемы сейчас по товарам. Товары начали уменьшаться. И 2000 человек у нас сейчас не заняты ничем. Ой, как бы это все обуздать-то? Так, болезни, разруха, преступность. У нас как раз-таки из-за нехватки товаров растет. Люди буквально дерутся за них. Так, а что у нас по вариантам? У нас так стоит уже двойной завод здесь. Есть ячейка. А-а-а! Ну, конечно. Как? Два раза подряд я на эту граблю наступаю. Мы же строили в этом районе, собственно, фабрику. И после ее постройки слетела смена производства опять на долбанные модули. Я не знаю, куда писать? Президенту Польши? Ну просто, ну куда жаловаться? Может быть, надо подавать это в Гаагу? Я не знаю, в Совбез ООН? Ну это же очень глупо. Я не понимаю, я один на это жалуюсь, разработчики до сих пор это не пофиксили. Уже прошло, получается, ну, около месяца с релиза. Это прям странно. После постройки здания у тебя сбрасывается твоя, так сказать, твой промысел на по умолчанию. Почему так? Здесь точно стояло, собственно, производство вот товаров. Вот они как раз у нас в легком плюсе, нам нужно строить завод. То есть все у нас в этом плане хорошо. Но это очень странно, правда. Я прям не понимаю этого от слова совсем, но оно вот как есть, так есть. Блин, а у нас буря-то уже совсем скоро будет, да? Надо бы успеть к этому времени, да, все построить. Блин, у нас еще и по ресурсам, по углю, мы ж тут завод снесли, да? У нас там нихера не осталось. И доход прям детский. А мы там сдерживаем транш или не сдерживаем транш? А ну, нет, не люди. Ресурсы. Что у нас по траншам? Не, у нас там в притирочку, да, плюс 3. Я, конечно, могу перебросить дополнительно еще на 2 сотки нефти. После, собственно говоря, забора, да, я смогу это все усилить каким-то оброзом. Например, вот сейчас я могу дать здесь. Нет, не могу дать, нехватка рабочих. А, у нас как раз-таки люди сюда приходят. Как раз-таки, значит, сюда придут люди. Я увеличу здесь работу, да, смотрим. 123 человечка, стало 378. По-моему, мы это все делали для того, чтобы поставить вот здесь супер-мега-водокачку. Или я уже ее даже поставил. Да, тут уже она стоит, тут у нас уже все стоит. То есть у нас сейчас с трех точек качает так, что просто можно охереть, правильно? Тогда что мы сейчас делаем? Слушайте, а может быть возле каждой из них поставить дополнительную бочку? Ну так, чисто, вот, я не знаю. Промышленность. Так, подождите, логистика. Топливо. Возле каждой. Это же прям неплохо, так сказать, нам снизит нагрузенс. Нет? Я бы, наверное, здесь даже поставил. По ресурсам не сильно бьет. А, так, у нас, кстати, сюда люди прибыли. У них нехватка домов. Да-да-да. Так, а у нас данный район уже что, расширен максимально, типа, да, на два элемента расширен. А, здесь... Подожди, центральный на два элемента. Правый еще имеет расширение. Одно, но это 5 человек, это нас не спасет. Надо строить новый район, получается. Блин, а куда его строить-то, зараза? Место в ущелье уже качественное кончилось, понимаете? Ёпрст. Расширяться туда вниз нежелательно, как будто бы. Тут уже все и так загажено, да, у нас здесь возле тепловой зоны, связанной с нашим реактором. Может реально пойти вот тут сейчас в нижнюю сторону растрястись и заиметь бонусы за счет территории работы нашего генератора? Или строить дальше здесь выход с ущелья, не знаю, сюда? Короче, вопросы, понимаете, много вопросов, ответов ни хрена нету. Ну давай вот так сейчас тогда пока сделаем. Пока сделаем так. Так, и у нас еще получается здесь 7 недель, то есть они скоро уже прибудут. Можно эти ресурсные данные слегка подснижать, увеличивая, собственно, расход. Он будет все равно долго падать. А это вот сейчас наш лимит по ресурсам, потому что что? Я не знаю, кстати, почему у нас лимит 464, когда у нас весь транш 600. Но я больше не могу сделать, да?
Хотя у нас в правую сторону больше ресурсы не идут. Это очень странно, да? Если бы мы знали, почему это так, то я бы ответил, но мы не знаем, почему так. Но оно так. А почему транш у нас здесь всего-навсего 400? Торговые пути. Типа, я не могу превысить транш, как говорится, пока нету добычи нужной, или что? То есть у нас-то ресурсов, ну, явно больше. Я ж могу сейчас экстренно, типа, склад перекинуть? Или не могу? Или только то, что добывается напрямую? Это, конечно, хороший вопрос. Так, по законам у нас там, я ничего не обещал, и нам открывать особо нечего. Только что законы, но законы у нас здесь какой-то ад по законам. Там нужно вообще всех уговаривать, потому что законы прям у нас не полетели. Здесь уже стоит вообще все. Каждая точка, все везде стоит, не осталось ничего у нас здесь. Надо открывать только новые вещи для себя, да, старые все функционируют. Здесь как бы, ну хрен знает. Наместник может объявить вопрос жизненно важным для выживания города, отметить дебаты, убедить... Это вот прям, это, конечно, крутая штука, можно убедить людей, что этот закон прям сейчас очень важен. Но как их пролоббировать? Когда 47 против, 53 сомневаются. А, то есть это уже невозможно в принципе. Подожди, а как мне вообще к этому теперь прийти и вернуться? То есть нужна какая-то поддержка среди групп населения своих, чтобы они были прям за... Там просто нужно, чтобы у тебя были голоса там типа за 60. То есть как бы я даже если всех сейчас из тех, что сомневаются, на себя переманю, как бы без шансов будет. Грустно, грустно получается. Так, кстати, у нас товары сейчас в плюс не выходят все равно, потому что, по-моему, у нас здесь... А, нет, стоит пилорама. Может, потому что она одна? Нужно сразу вторую хреначить. Блин, тут, конечно, бы построить тоже так хотелось бы красиво этот завод. Блин, самое... У нас люди как бы есть... Так, это, нет, это фабрика, нет, 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 не фабрика, добыча, пилорама, 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 да, можно поставить вторую пилораму в первый завод, да, а у нас там 100 тысяч ресурсов осталось, это слишком мало, а здесь 300 тысяч, наверное, стоит этот все-таки заводик слегка подрасширить. Ёб твою мать! Оказывается, заводы можно было расширять в сторону, где есть ресурсы, дополнительно не... Я вот этого вообще не знал, честно, я об этом даже не думал. То есть ты строишь криво какой-то завод, осознавая, что у тебя есть две точки расширения по три клетки, и туда можно, в принципе, спустя время поглотить дополнительные ресурсы. Погодите, тогда вот здесь кухня заиграла другими красками вообще. Продовольствие. То есть ставится вот так, потом расширяется, и вот она на 5 точек еда стоит. Я вообще об этом не думал, вы не поверите. Я не знаю, почему вообще мысли про это не было. Етить, колотить. Добывающий район. То есть здесь я ставлю 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот я съедаю вот эти, потом расширяюсь 1, 2, и вот тут у нас стоит наш бесконечный, собственно говоря, добытчик. Вот это вот, это один завод по факту ставится буквально в одно расширение. Блин, я тогда вот здесь очень криво завод расширил. То есть он же уже имеет одно расширение, я его очень криво расширил. И сейчас вторым расширением я не съем две точки сразу, только одну. Это просто, это настолько плохо, что мне хочется плакать. Отвратительно дерьмово я тут сейчас сыграл. Просто вообще невыносимо херово. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну ладно, уже, говорится, уже что, уже поздно пить боржоми. Блин, ну вот такие нюансы, они просто спустя время вылезают. Но это прям нужно было вообще все просчитать. Каждое здание, каждую постройку, это было слишком сложно. Так, у нас новые больные, это потому что нехватка, сука, где людям жить? Так, а у нас у этого района есть расширение? Ноль. То есть нам бы по-хорошему оставить ему хотя бы одну зону с одной из сторон для расширения, правильно? Хотелось бы так сделать. Тогда вот так пока здесь построю. Ставлю ему левую часть под расширение.
Да, блин. Ошибся. Ошибочка произошла. Так. Ресурсы забирают. Буран уже вот скоро. Блин. Что-то я вообще не... Может быть, сейчас аккуратненько... Один наши, кстати, сталкеры? Они все в рейде. 5. Нам бы сейчас уголь подтащить. Требуется 5 человечков. Это у нас 50 тысяч сраного угля. У нас есть под него вообще место? Блять, конечно, у нас есть под него место. Так, нужно 5 сталкеров. Давай бахнем. Это 8. Это плюс 3. Здесь не можем? Почему? Можем. Есть 6 сталкеров. Ребята. Пиплс. Собрать уголь. На базу, быстро, надеюсь, вы сейчас успеете. Надеюсь, вы успеете это сейчас сделать. Что-то я тупил, стоял, у нас очень мало ресурсов осталось нефтяных, ну прям маловастенько. Прям хотелось бы побольше, я бы сказал, вот так вот по-честному, если говорить. Не прям критично, но прям чувствую, что слегка пованивает. Есть, да, такой небольшой легкий мандраж. А у нас сейчас еще и перед бурей будет теплый сезон идти. Сейчас мы еще и поднакопим слегка. Подождите, у нас тут сейчас будет 2 недели кайфа просто. Тогда нормально все. Ну, хавка мы точно летим. 37 недель, сейчас у нас еда будет в лютейшем плюсе. Так, по ресурсам. Что у нас здесь? Ну, не хватает, да, у нас от одного завода, очевидно. Склад, собственно говоря, пустеет. Надо, как говорится, строить пила Рему. Где у нас механизированная пила Рема? Ставлю вообще. Ну, у нас много людей сейчас без дела. Надо чем-то заниматься, не знаю. Деньги даже, по-моему, есть, да, какие-то? Можем позабирать средства у кого-то. Да, 200 марок можем забрать здесь. И здесь можем забрать 300 марок. Блин, очково, конечно, забирать марки... перед бурей. Там будет удар по репутации. Да, у нас здесь. Хотя вот тут пока терпимость все. Блин. А что я сейчас могу сделать? Я могу сейчас прокопать. А я уже прокопал, да? Или нет? Нет, я не копал еще в сторону. А, вот я копал и не докопал здесь. В сторону, да, разведки. Давай сейчас вот так сделаем. И пойдем в сторону добычи суперматериалов. Вот так сделаем. Надо вскопнуть. Вроде бабки есть, так что, наверное, пока не буду людей душить. Так, дредноут. Скоро буря, у нас люди без, мать его, домов, понимаете? И я не могу здесь получить достойный бонус на плюс 3, потому что у нас здесь выходит только стычка на 2 здания. То есть тепло будет плюс 20. Блин, ну, все супер херово здесь. Прям супер херово. Ну, хотя бы такой бонус уже неплохо. Блин, ну хотя бы так, слушайте, мне добавить нечего. Давайте, как есть, так ставим. Херово здесь строю, тут у нас очень плохо застроено ущелье. Я бы хотел его по-другому, конечно, построить. Но у меня, опять же, какое-то такое около пренебрежение с этим городом, не знаю почему. Некрасиво я, конечно, с ним поступаю, с этим городком. Ну вот, как есть, так есть. Так, ладно, возвращаемся к Нью-Лондону. Прокруточка пошла. Наука идет, все вроде бы идет. Сейчас ресурсы появятся. Население будет у нас жить в домах. Это, конечно, прям вот, ну, хочется перестроить. Причем... Только вопрос, вот как его правильно перестроить? Да сейчас-то ясно, сейчас-то нету минуса, потому что стало теплее. Но у нас вот здесь бонусов на плюс 80, а здесь бонусов на плюс 100. Рециркуляция, рядом жилой комплекс, стабильная расселенная, осмотр теплотрасс, теплоизоляция, жилище. И у нас вот тут уже самое, только отсутствие... Да, рядом этот, ну вы поняли. Херово построил, херово. Блин, а можно ли его как-то подтянуть в 3 бонуса? И чтобы была и стабильная расселенная. Блять, успею перед Бураном его застроить, интересно, или нет? Давайте застрою, но, блин, 20-шка бонуса. Тут надо что-то, да, у нас тут сверху, видите, грязно, не расчищено. Возможно, я поэтому криво строился. Сейчас тогда вот так вот сделаем здесь. Я понимаю, что это все крайне странно, такие вещи проводить перед бурей.
Но сделаем. Так, митинги завершились. Что? Из-за плохих отношений... А, это кончились митинги в мою поддержку, эти молитвы. Ступай домой. Ну, не то, что отношения плохие, они у нас просто, ну, средние, я бы сказал. Средние с ними отношения. Как бы, все. Пока что отношения средние, они неплохие. Так что тоже тут это, не накидывайте это, на вентилятор говна. Так, что у нас здесь? Эйбл Смит. 51 год, он очень старый. Попрошайка, несет тарелку супа. Еда, горячая еда, причем даром. Меня могли проигнорировать или прогнать, я бы это понял. Но вместо этого меня накормили, одели, мне улыбались. Я чувствую себя человеком. Вот уж не думал, что наступит день, когда в моем городе будет помогать таким, как я. Тем, кто может только брать. Однажды я их отблагодарю и верну этот долг. Город сделал несколько шагов к главной идее равенства. Да? Мы к равенству шагаем? Вообще шаги не делал, никакого равенства. Ему 51, он мужик, блядь. Бери свои руки, иди работай. Его надо строить районы, таскай ресурсы, тепломарки. Равенство, хуявенство. Интересный мальчик, конечно. Вообще смешной. Хохотунька. Хохотунька, ты чё? Чёрт ваше равенство. Надо работать жестко. Кстати, мы уголь-то притарабаним. Да, мы уголь сейчас притарабаним. Успеваем. Прям типы, вот уже буря, вот она уже летит, понимаете? Вот она уже накрывает. Эти погодные метеоусловия. И ребята бегут такие. Мама мия, я хочу жить! Ёбаных 50 тонн угля! Блин, надо реально успеть сейчас до бури построить здание. Вы можете быстрее разрушать старый район. У нас есть проблема. Пацаны, 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 пацаны. Слегка подускоримся. Так, районы исчезли. Жилая застройка. Так, мне нужно попасть и в... А, это походу невозможно, да? Смотри, вот я ставлю расщелину вот так вот. А, нет, возможно. Я сейчас просто делаю пимтик в одну из сторон вот так вот. У нас будет теплая расщелина, получается, раз, два, три... И связка будет на три точки, да, 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 вот так вот. И мы теперь просто эти районы будем расстраивать, задний район в левую часть, правый район в правую часть. Но он будет иметь у нас, по идее, подожди, вот это две клетки, это да, ну если я все, сука, правильно понял, а я, сука, все правильно понял. Шесть клеток вот так, потом расстроимся. Раз... Да, максимальный бонус. И теперь вот тут мы лутаем от расселины. Вот она расселена, да, мы получаем все. И ставим еще один бонус от соседства с жильем. Все, это будет треха сейчас у нас сразу. Все, великолепно. Дальше на бонус уже насрать. Все, вот теперь я правильно расстроился. Теперь я понял. Теперь я гений по расстройке. Я гений! Так, наука, карты... Блин, ну, ребятам бы вернуться, конечно, на базу, да? Это кто такие? Это что за пацаны? А, это наши поставки... А, это людей, которых я туда отправил. Я про них уже забыл. Так, бродяги, 0 дней. Сейчас должны прийти, по идее, выдвигаться за нашими ресурсами. По идее. 28 человек погибли во время смен. Я понимаю, пацаны, сейчас я вас сниму. Вы уголь принесли? Все, 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 спокойно, спокойно. Спокойно, нам не нужны эти негодования, понимаете? Но не надо. Это было сделано для того, чтобы доставить уголь для спасения, собственно, ваших жен. Угасающее доверие. Все хорошо, успокойтесь. Хотя на самом деле ни хера не хорошо. А что происходит? Что-то я не понял. Ну давайте я слегка поддержу эволюционистов чуть-чуть в Сенате. Что-то доверие как бы у нас резко... Ну это я понимаю, еще нехватка домов, но вы что-то немножко приухуели, я бы сказал. Так, у нас уголь скоро упрется в количестве, так сказать, в предел. Когда вот эти типы придут забирать нефть? Вот в чем важный вопрос. Я устал их ждать. Они обещали прийти вот сейчас. Так, и чё? Бродяги довольны, старый дредноут. Наместник, бродяги забрали обещанную им нефть. Они явно спешили, они обошли стороной то место, где находятся скверненные нами могилы. Они прикачали нефть в фургон, чтобы забрать ее с собой в морозные земли. Они вспоминали, как им удалось собрать пищу вопреки всем невзгодам и пережить буран прямо на этом месте. Но это вот наш пролог.
Они ушли, попрощавшись добрыми словами. Мы отпустили друг другу все грехи. Это укрытие стало вашим. Наши могилы стали вашими. Спасибо, умирать не собираемся. Все. С почтением они уходят. Они приняли груз. Великолепно. Я долг закрыл. Я сейчас официально, понимаете, по документам это место приватизировал. То есть прошлые его владельцы мне его официально отдали. То есть я заплатил им деньги за это. Все, пусть мозги мне не ебут. Правильно? Правильно. Так, это все великолепно. У нас опять нехватка там теперь ресурсов под починку зданий. ЁПРСТ. Давай небольшой сейчас тогда запас там пустим. И опять там нехватка товаров. Етить его, этот баланс товаров, это, конечно... Это, конечно, сильно. Все, нажал. Так, ну слушайте, еды намного у нас. Материалы есть, товары идут впритык. Тут у нас на 126 тысяч запас ресурсов. Ну, я не знаю. Было сделано абсолютно все, что можно было сделать для того, чтобы не обосраться, я бы сказал. Вот абсолютно все. А, ну кроме здания, но это сейчас построится. Уже райончики строятся, понимаете? Сейчас они будут готовы. Так, наука, открытие. Все, хватает запасом. Теперь у нас здесь элитный район, у которого у каждого плюс 100 по теплу. И у правого, и у левого. Блин. Мне теперь аж интересно, у нас вот эта вот лощина, которая первая была там. Сколько там точек тепла было, если я при всей своей кривожопости, вот у меня прям руки из очка, и я вот там смог удачно построить районы. У меня как будто ощущение, что вот в этом ущелье вообще было под 3 теплых района. Но я могу ошибаться. Вот хер его знает. Но здесь тоже плюс 100. И тоже плюс 100. Но здесь жесткий минус, потому что у нас съедает здание, которое нам снижает... да, башня вентиляции. Которая нам разруху снижает. Вентиляционная башня, да. Ну, такое одно малое количество. Видите, там у нас серьезно повышается, собственно, разруха за счет большого количества фабрик. А башня стоит только одна. То есть, конечно, по-хорошему бы таких поставить бы в каждый район. Но они, блин, кушают как бы наш этот, скажите, пожалуйста, наш уголь. Но, в принципе, можно сделать на самом-то деле. Так, форсунки регулируемые. Это что у нас? Это три ядра, это наш новый генератор. У нас пока ядер нет, мы не нашли их. Извините. Так, стоп, еще раз, жилье. Башня вентиляции, да. Где-то есть, где-то я могу поставить. А у нас тут все районы без расширений стоят, только что вот здесь. Блин, так грустно. Наверное, можно и здесь, в принципе, запихать вторую башню. Она все равно будет считаться, правильно? Давай поставлю две. Пусть вентилируют. Чтобы слегка, так сказать, подснять здесь эту ситуацию. Так, по болезням снижается. У нас это, они накопились, потому что мы какое-то количество недель жили без жилья. Так, пустошь открыли практически, да? Остался последний рывок. Ой, приближается мразь, приближается. Красиво просто, пиздец, как же оно сверкает. Блин, я вот не представляю, такие же штуки, они же реально бывают. Вот на земле. Еще страшнее вот эти песчаные бури. Там вообще вот эти кадры, когда показываются с разных там городов, так сказать, которых находятся в пустынях, когда накрывает песчаная буря. И там просто у тебя двое суток ты, блядь, живешь в каком-то аду, выйти нельзя. То есть там люди запасаются едой, ты вот не работает ничего, все парализовано. Просто, блядь, в окна вот эта мелкая срань прям бьет прям таким пакетом, блин. Пакет пыли. Так, территорию ведьмины холмы мы открыли. Это у нас уже было, подожди, горячие ключи. Что мы открывали? А, снизу здесь. Заброшенный лазарет. В этих зданиях, наспех построенных во время чумы 1901 года, держали под карантином заболевших нелондонцев. Сейчас строение безмолвно и заброшено. Десятки деревянных крестов служат мрачным напоминанием о тех днях. Если мы решим потревожить мертвых, то сможем разобрать лазарет на материалы. Плюс напряженность у нас возрастет слегка, да, но 300 модулей, мне модули пока вообще не нужны. Лагерь мудрых женщин. Наши разведчики встретили мудрых женщин, которыми славятся эти холмы. Некоторые из них оказались нелондонцами, покинувшими город в первые дни правления капитана. Теперь, когда у нас есть совет, они наверняка будут рады вернуться в Нелондон и прихватить с собой ядра. Тем не менее, самые рьяные последователи капитана считают этих женщин предательницами и полагают, что они должны оставаться в изгнании.
Три ядра сразу, блин, слушайте, но минус отношения с хранителями веры будет. Но вот сразу три ядра сейчас на построить себе новый генератор с улучшенными клапанами, с улучшенной теплоотдачей перед приходом бури. Как будто было бы заебись это сделать. Это, короче, ну, хотя вот тоже, мудрые женщины, пиздец. К власти в городе пришел сильный мужчина, который по итогу, если что, город провел... Через 30 лет выживания жил Нью-Лондон, понимаете? Мудрая женщина, она не будет как бы вот это вот, ищи мудрые женщины, 557 женщин. Я правильно понимаю намек? Это женщины, которые не захотели, ну, подчиняться диктатуре. Вы меня, конечно, просто простите, вот у нас сейчас игра про около демократию, да, хотя все равно я лоббирую то, что мне надо. Это такая псевдодемократия. Но в постапокалипсисе, ну, это просто реально. Лучший режим правления — это диктатура. У тебя слишком... Короче говоря, решение, оно у тебя будет либо классное, либо очень плохое. Но если выбирать вот эту вот территорию жижи между этим, это самый худший вариант, это полумеры. То есть тебе, если будет закон правильный, но ты его не усугубил сильно, не знаю, какой пример привести. Короче, демократия, во-первых... Власть в руках одного... Ой, демократия, диктатура. Власть в руках одного человека. Все приказы четкие. Все приказам, собственно говоря, подчиняются. У тебя быстрее скорость реакции. То есть у тебя не тратится время. А в постапокалипсисе время очень важное. И вот касательно вот этой вот смежной зоны, смотрите. Если один человек, диктатор, отдает приказ, да, мы нашли уголь, и он говорит, мне похуй, хоть все сдохните, но доставьте этот уголь с этих шахт. Да, и забирают всех, и детей, и женщин, и мужчин добывать этот уголь. И вот вариант. Если оно выгорит, то они добудут весь блядский уголь. То есть город будет обеспечен прям в максимум теплом. Если он ошибется, то это будет, ну, все нахуй сдохнут. Да, то есть вот такая полярность. А если это демократия, и все аккуратненько, и выбирается, такой, ну мы посмотрим на уголечек, ну мы выберем. А может быть, давайте мы сейчас сюда 100 человек на уголь, и 100 человек отправим в другую часть. То, понимаете, даже если уголь найдут этот, то людей будет мало, они не смогут добыть весь уголь, это полумера. А во втором месте, предположим, они обосрались, и это было неправильное решение. И пока эти люди перегонятся, и опять же, это нужно будет опять голосовать, выбирать, чтобы они оттуда вернулись, туда пошли. Короче, игра это все херня. Но я бы сейчас их забирал, потому что это три ядра, это прям неплохо. Так, ну мудрые женщины, мудрые женщины. Жду в комментариях того, что я сексист. Но я еще раз подчеркиваю, это не про нынешнее наше социальное общество. Сейчас человечество, оно как бы, ну, зажиточно. Да, у нас все в неком балансе. Мы многие проблемы победили. Причем это, кстати, не так давно произошло. Мало кто про это знает, что еще лет примерно 70 назад у нас были довольно обширные проблемы у даже больших стран по типу Индии, у того же Китая, например, сезонные проблемы с голодом сумасшедшие. Да, так что как бы сейчас-то понятно. Сейчас демократия, выбираем, как бы голосуем, не проблема. Я говорю про постапокалипсис. Ситуацию, ну вот... Ну, прям критическую ситуацию. Так что не кидайте меня помидорами слишком сильно. Хотя, если спелые, краснодарские, можете кинуть. Так, внутри этого заброшенного храма разведчики увидели замерзшие обнаженные тела. Кольцом лежавшие вокруг странного ледяного идола. Рядом валялась груда мантий хранителей веры. Храм пришел в негодность. Мы могли бы разобрать его на модуле, но хранители веры хотят, чтобы мы уничтожили все свидетельства его существования. Короче, здесь жили фанатики хранителей веры, которые из города ушли. Так, мы можем его разобрать, забрать себе ресурсы, но тогда у нас отношения, опять же, с ними ухудшатся за 300 модулей. Можем сейчас здесь как раз-таки его снести, и отношения у нас улучшатся, и как будто ничего и не было. Мне модули, честно говоря, не нужны, а вот отношения с хранителем веры нужны. Это будет как раз-таки у нас баланс. Мы сейчас забираем этих женщин, а здесь ломаем храм. Вот такой получается баланс. Пара-пара-па. Так, и нам бы теперь куда-то еще отправить сталкеров, да, пока буря. 20 человек требуется. Ну, подождем. Если они быстренько нам доставят женщин этих. У нас как раз, кстати, переизбыток есть населения. Так что в этом плане все хорошо. Так, и там, по-моему, нужно было 300 тепломарок, чтобы построить, да? Блин, а у нас прям ой-ой-ой. Взимать бабки я точно не могу сейчас, к сожалению. Прям вообще нет.
большому сожалению, вообще нет. Кстати, блин, я построил буквально дополнительную пилораму, точнее две. 1100 рабочих! Ать! А это можно как-то вот отбалансить сейчас с хранилищем тех же материалов? Сейчас здесь поставлю, это будет... А у нас только здесь один район работает, да? А вот так на 2,5. А если вот так будет, на 2 района будет бонус, если поставлю вот здесь. На 2 района бонус. Но у нас скоро верхний район скроется, поэтому строить там силос нет смысла. Да, блин. Слушайте, на самом деле меня вот что пугает. Точек добычи бесконечной, да, вот где эти миллионы. Ну, их же на ресурс, смотрите, один на... Ладно, две. Две у нас на добычу, да, материалов. На еду у нас тоже две. Это у нас что? Это железная жила. В игре железо как материал будет? Я первый раз это вообще слышу. Я про то, что как будто вот эти две точки, это надо какие-то прям супер пилорамы иметь второго уровня, чтобы они могли добывать мне с запасом это все. Ладно, пока не буду особо, так сказать, паниковать, это впереди будет. Ну тогда подождем просто денег, у нас доход там 24 монетки в неделю. Мы имеем бабки, все хорошо. На женщину нас хватило, собственно говоря, места. Так, прокачка дженерейтора, центр. Да, требует 300 тепломарок. 300 тепломарок! Так, и сталкеры прибыли, 20 человек у нас сейчас, да, доступные. Ребята, куда бы вам прогуляться? Ну, надо как-то идти влево от бури, она накрывает не всю карту, да. Ну вот, я думаю, да, сюда, воющие побережье, воющие. Поехали. Надо открывать, надо понимать, что находится в окружении твоего города. Эти, конечно, безумцы, ля, они прям в буре выживают. Странствующие выжившие. Группа людей, спасающихся от свирепой бури, странствует по коварным просторам морозных земель. Многие тяжело дышат, а их глаза лихорадочно блестят. Капец просто. Но у них 30 тысяч нефти на небольшую группу. И у них есть, я так понял, какой-то фургон, видимо, как дредноут, только маленький. Ну, хрен знает. Но это их выбор. Как говорится, если им так кайф, пусть делают. Так, меня пока пугает только вот эта ситуация. Вот она прям неприятная, да? Спешные исследования у нас дают, так сказать, эффект. А они, по-моему, у нас уже отрубились, нет? Видимо, они просто дают до сих пор эффект, эти исследования спешные. Спешные исследования способности. Но оно должно скоро исчезнуть. Недавние вот спешные исследования. Так, провести вечерние молитвы. Ну и там у нас нейтралитет наших групп и бригад. Блин, да я бы хотел вас как-то поддержать, но... А, могу сейчас, да, поддержать свою фракцию основную, этих верунов. Давай немножко сделаем сейчас тогда поддержку этой фракции. Чуть-чуть. Хоть слегка, так сказать, поддостану свои отношения. Так, у нас товары, опять нехватка товаров. А, и женщины же пришли, они сразу любители товаров, блин. Склады, сука, скоро опустеют. А у нас нету сейчас людей? Нет, есть люди, да, у нас новые появились, как раз таки сами женщины. Че, вторую пилораму здесь ставить, что ли? Ну, ёпсель-мопсель. Блин, нет, надо сейчас сначала поставить генератор, тормозите. У нас, кстати говоря, сейчас уголь упрется. Ну вы поняли, куда он упрется. Но люди негодуют, потому что прибыли женщины. Прям им это не нравится. Так, 297. 297. 321. Есть. Супер-мега-регулируемая форсунка! Да. Блять, ну и все, вот он уже накрывает нас. Вот она, мразота страшная. Адская стихийная бестия. Поэтому раскаты просто молнии. Морозоборцы! Не выполнил их требования, минус репутация. А сколько оставалось? 8%! Бляха! И он... Ой-ой-ой-ой-ой! И вот я перед бурей сел в лужу. Сука, надо было продлевать науку. У нас же там был расчет. Там, по-моему, было что-то 15 недель на открытие. Оставалось 18 до конца того, что я обещал. И... Ну, это пиздец.
Оно слетело, видите, эти сверхурочные меры по науке. Блин, ну это прям вообще все, мы в нуле по доверию. Минус 1% город меня любит, и это с выходом в бурю. Так, ну у нас, подожди, давай сейчас просто посмотрим, какие у нас были сейвы ближайшие. Только мы в начале серии. Ты ни разу не сохранялся, молодец. Надо было хоть раз, наверное, сохраниться, когда женщинам аж пришли. Боря, ну это как буря, только Боря. Блин, а что теперь делать? Я могу, наверное, их задобрить деньгами чуть-чуть. Почему так сильно сразу упали отношения с ними, просто ад. Может сейчас исправиться, просто только открою все-таки эту науку. Я могу им повторно ее пообещать? Ну просто натуральные добавки и первопроходцы. Ну тут одна наука. А у вас здесь что? Рождаемость. Тут одна, тут эти, только законы, точнее, тут не наука, тут законы. Да, ребята, конечно. Я могу их какие-то проекты профинансировать, но это 300 голды, у нас столько нету. И у нас впереди буран. Блин. Все, у нас ресурс, кстати, угля и этих, и материалов излишков стоит на месте. Блин, у нас сейчас еще еда посреди всего кончится. Вообще весело будет. Очень, в кавычках, нет. Так, ну что, мы сейчас строим себе супер-мега-ультра-дженерейтор. Волонтерская повинность нам пока не надо. Блин, а что такой херовый ракурс? А можно другой ракурс? О. Все, мы построили его? О, отношения совпало с этими, с эволюционистами. Хотя бы здесь пошли в плюс. Уже неплохо. Блядь, у нас теперь и нефть начала копиться. Ля, ни хера он пашет. О, тормози. Теперь я могу выбирать, что врубать. Сейчас у нас, подожди, оптимизация потребления. Увеличивает теплоотдачу выбранного типа топлива. Так, у нас, подожди, использует вообще все там. И пар, и туда-сюда. Нефть, подожди, нефть, уголь. Теплоотдача угля будет 1160. Подожди, а вот так от нефти будет идти 1158. Давай сейчас сделаем упор на уголь. Подожди, как... Нет, не пар. Как чтобы уголь именно горел? Это оно или нет? Вот, сейчас начало копиться больше нефти, чем угля. Отлично. Форсуночки мои родные. Пошла работа. А вы там, сука... Что-то туда-сюда, блин. В городе все великолепное. Улучшить рабочих. Не можем пока что. Так, новые больные. Не болеем, ребята, не болеем. Но все, все, мы входим в него. Он нас поедает. Он нас просто хавает. Ебать, мы копим. Еда минус 100 сразу резко. Минус 100 угля. Подожди, это что, а что произошло? Что случилось? Это уже началась буря или нет? Где посмотреть на ситуацию? Просто температура такая же, как была и раньше. Она не упала. Но почему-то у нас стало жестко. Минус 100 еды. Ну хотя 100 недель, это все равно до хера. Нет, буран он будет дальше, будет минус 80. А что произошло? 162. А, вот, нас, видимо, потихоньку накрывает, да, потихоньку. Минус 3 сотки, минус 1200! Это на 17 недель! Всего-навсего, ебать! Блять, как будто по звуку, воздушная треха какая-то, а не буря, блять. Мне страшно. Ай, там снег раздувается, смотрите, просто пластами. Ой, ребята. 28 недель, а у нас потепление будет на 200, на 95 неделе, а у нас сейчас 22-я. То есть 30 недель буря идет. А еды хватает только на 27. Блин, сейчас нужно напрячь их, но ударит это по болезням. Но надо напрягать, иначе мы сдохнем с голоду. К сожалению, надо давать нагрузку. Вот, теперь у нас 42 недели, хорошо. Это прекрасно.
Там же у нас новая прокачка висит, я совсем забыл, да. Но там требуется ядра для постройки супер этих... точек ядовых. Так, и наука. А куда мы хотели дальше идти? Я даже не знаю, честно говоря. Улучшенные пилорамы. Да мне бы открыть этот бур, я не знаю, где он находится. Хоть бери и гугли, я что-то совсем потерялся. Где находится этот странный бур? Чтобы копать эти бесконечные запасы. Ля, аж нос просквозило. Холодно, пиздец просто. Жилые корпуса. Доверие. Борьба с голодом. Ваш город далек от идеалов равенства. Тут еще и типа в зависимости от твоих идеалов науки открываются. Типа не все можно открыть. Идеалы равенства. Премии за выработку. Отношения? И еще плюс насилие. Не надо, тормозите. Больницы? Вот, блин, больницы как будто потребуются скоро, да? С таким ударом по моим людям. Транспортный узел воздушный. Башенная стыковочная станция для транспортировки с рабочими. Существенно сокращается время пути до работы. Нихера себе. Соседство снижает спрос на рабочую силу в соседних районах. Вау! Я бы хотел это открыть, это звучит неплохо. Не Лондон эволюционисты, а слева у нас здесь морозоборцы и хранители веры. Морозоборцы и хранители веры под... они... тут у всех одинаковые, типа, это... Подожди. Да, у всех транспортный узел, у всех он един. Бля, давай построю. Почему нет? Капец дует. Бля, родненький работает. Ну, слушайте, пока он ебашит здесь на угле жестко, у нас идет жесткий плюс по нефти, она копится очень сильно. Он просто потом переведется в режим эффективности работы на нефти, и все будет нормально. Восстановить общий уровень доверия за 30... у нас еще и квест висит, это ебучее доверие. У нас 30 недель нужно вернуть в плюс, иначе мы опять проиграем. Да твою-то мать. Что нужно сделать с вами? Все, уже все вернулось в плюс. Хотя у нас доверие называется отвращение почему-то, но я, мне кажется, уже восстановил. До уровня терпимость. Сейчас я просто кого-то бабками поддержу. Финансирование проекта 300 голды. И не будет никаких проблем. Так, дредноут, ребят, что у вас здесь? Нефть у вас копится, еда у вас есть. Тут вообще, ребятам, похуй. Дредноут теплейший, они не парятся. Ну, вроде все хорошо. Вроде бы все хорошо. Новые больные, но это потому, что мы жестко сейчас сверхурочно работаем на теплицах. Чтобы не сдохнуть. 4500 домов требует отопления, все отоплены до единого. Как можно в мою сторону вообще бухтеть? Можно вопрос? Вообще непонятно. Бухтуны, блин. 200 марок, чтобы профинансировать ребят из Нью-Лондона. Мне нужно сейчас, наверное, вернуть доверие все-таки морозоборцев. Их 5300 человек, как бы, вот. Можно, конечно, через повестку, но там придется один закон под этих ребят сменять. Как бы не хотелось бы, наверное. По обещалкам, там что у нас тоже? Разведчики-первопроходцы. Поддержка экспедиций. Исследуйте разведчики-первопроходцы. Да, они вот, кстати, науку просят. Это в законе Сенат. Так, а ну подожди, что за разведчики-первопроходцы? Что они просят? Где это в науке находится? Это где-то в морозных землях. Разведчики-первопроходцы. Штаб разведчиков. Это же не оно, правильно? Вот здесь. Это второй тир прокачки. Это еще снижение угрозы у нас будет по пустошам. Но, в принципе, у нас там уже осталось всего-навсего пару точек. Я буду дальше лезть в пустоши. В принципе, неплохо. В принципе, неплохо, да. Я согласен, давайте. Давайте, я согласен. Отлагай, пожалуйста. Дать обещание. Разведчики-первопроходцы. Да-да-да. Блин, ну хотя бы это успеть еще сделать, да, у нас там по времени что-то не особо стыкуется все, честно говоря. Ну, сейчас буду подкупать их. Других вариантов не вижу. Минус, сука, 100!
Даже наша теплая долина с башнями в ахуе. Расход 400. 400 ебаных единиц топлива, чтобы здесь люди не охеревали. От холода. Так, финансирование. Сколько там требуется? 323. Давай, давай, давай. Последний транш денег. Сейчас бы провалить так тупо эту ситуацию через доверие, когда весь город у тебя в идеале, блин. Просто одна группа людей немножко... И то я на них работал, эта наука открывалась, блин, она просто не успела. Финансируй их проекты, мы вернули доверие. Все, я понял. Все, квест закрыли. Панику отставить. Проебал, конечно, деньги, но бурю мы теперь точно проходим, уже без шансов. Доверие терпимое. Все, великолепно. Я доволен. Так, ребята открыли пустошь. Что у нас здесь? Разведчики утверждают, будто бы мох или шайник из этих пещер на вкус вполне сносные. В суп сгодятся. Уж всяко лучше, чем деревенские опилки. Аванпост в этом месте сможет увеличить наши запасы на 60 пищи, пока пища не израсходуется. Ну, это просто добывать себе дополнительную пищу можем. В принципе, почему нет? В Нью-Лондон. Требуется 5 рабочих здесь, да, что-то добывать. Давай. Какие-то бродяги оставили после себя круг из странных устройств, в центре которого лежит обугленное тело. На каждом устройстве нацарапано слово «Оставь надежду». И в некоторых есть пригодные ядра. Разведчики утверждают, будто на этих деталях лежит проклятие, и что их лучше не трогать. Доверие слегка падает, но я получаю 2 ядра. Да какие нахуй проклятия? Забираем, конечно. Там 2 ядра на земле лежит, проклятие. У меня этот есть контрзаклинание, блядь, Sectum Sempra, не знаю, Oculus Repara, Остолбеней, что там еще было, Авада Кентавра, Круцио. Нормально все. Финита иль Кантате. Бомбарда Максима, я сейчас, сука, все вспомню. До конца еще жить и жить. Кстати, еще у нас сейчас будет минус, будет меньше удар по еде, значит, прибытие вот этих вот оленей, да? Как раз таки хавка у нас сейчас пойдет в плюс чуть-чуть. Блин, да вроде все хорошо. Единственное, что у нас запасы, но они очень медленно истощаются товаров, потому что мы их понаделали там с большим плюсом. Все хорошо. Все великолепно, можем прям отдыхать. Я даже сейчас подускорюсь. Так, что? Святотатство! Эволюционисты! Наместник, эволюционисты захватили главный храм города и превратили его в больницу для пострадавших во время Бурана. Каждую ночь на протяжении 30 лет эти фанатики тратили впустую тепло на свои молитвы, объяснил один из эволюционистов. Теперь мы спасем здесь жизни. Хранители веры умоляют вас восстановить им храм. В городе уже есть лечебное учреждение, эволюционисты используют это лишь как предлог, чтобы реализовать свои очередные цели и искоренить нашу веру. Как поступим? Главный район теперь слегка снижает заболеваемость и исцеляет больных рабочих. Блин, звучит пиздато. Но у хранителей веры будет расти рвение. Я не могу снести здание, в котором спасают жизни. Восстановить храм. Главный район теперь слегка повышает доверие. Отношения заметно улучшаются с хранителями веры, отношения ухудшаются с эволюционистами. Блин, я сейчас создам культ, короче, веры, как в Вархаммере, в этого, в бога императора. Блин, тут постоянная больница будет работать. Но с другой стороны, я могу под больницу построить больницу в будущем. А храм это храм. То есть, нет, я не... Слушайте, при всей моей, так сказать, атеистичности, я не могу лишать людей веры в такое время. Это невозможно. Я против фанатиков, которые будут на свою сторону прям людей склонять и радикально, так сказать, заставлять веровать. Но забирать веру у тех, кто сам к этому пришел, я не имею права. Поэтому бабах. Храм есть храм. Он там реально стоял, как бы. Фракция была здесь. То есть у нас же в нашей вселенной этого города, в городе фракция Хранителей Веры была еще во времена Капитана. Так что, как бы, храм здесь был построен задолго до прибытия вот этих вот эволюционистов. Они появились уже при нас. Они отделились из части морозоборцев.
Разговоры о протестах, эволюционисты. Наместник, эволюционисты относятся к нам удручающе плохо. Они считают наши действия напрасными и плюют на пол всякий раз, когда вы входите в зал Сената. Если бы на нас сейчас не надвигался буран, мы бы вышли на улицу с поднятыми кулаками и оставили жизнь в городе, чтобы, наконец, вразумить вас. Мы можем игнорировать на какое-то время их, но их все-таки лучше задобрить, пока город не испортился. Так, они предлагают нам отменить... Все, собственно говоря, проходят техобслуживание. Они предлагают открыть... это что у нас? В науке. Исследовать контроль рождаемости. Тот самый. И просто их проигнорировать. Еще отношения будут с ними ухудшаться. Пошли нахуй. Недовольные морозоборцы примкнули. 90 человек немного прибыло. Насрать на вас. Насрать на вас. Извините. Я понимаю, что вы любите там ставить протезы, все дела, как бы, но я не собираюсь сейчас вас бояться. Не то время. Сейчас я открою здесь закон о этих первопроходцах, я подниму репутацию у морозоборцев, и на вас будет вообще чихать. Ситуация под контролем. Полностью. Потом я поддержу через 11 недель еще раз наших хранителей веры. Потом проведу молитву. Все в балансе, все рассчитано. Боже, как же дует мне в ухо. Так, а у нас что со сталкерами? А, их 15 человек всего осталось. Да, мы же 5 человек отдали вот здесь. Кстати говоря, да, я вот эти вещи не замечал. Мне про них написали в комментариях, что я порой удивлялся, почему одних фракций становилось сильно больше в моменте. Потому что люди, которых находишь в пустоши, они иногда бывают просто жители Нью-Лондона, а бывают уже, так сказать, к какой-то фракции принадлежат. Вот здесь, вы нас видите, 1300 человек, это именно морозоборцы, я этого раньше не замечал. Так, что у нас здесь? А, это протухшая еда, нам это пока не нужно. Не можем из-за непогоды сюда лезть, к сожалению. Тут нехватка людей. Блин, простаивают сталкеры. К сожалению. А у нас есть сейчас вариант построить там новый разведцентр? 400 рабочих вроде бы требуется, наверное, на разведцентр, если не ошибаюсь. Кстати, мы же себе сейчас доставили на базу этот, ядра. Есть вариант сейчас построить себе, этот, скажите, пожалуйста, улучшенную теплицу с биоотходами. Но она очень сильно бьет именно по болезням, не по разрухе. Прям x3 вверх, это надо будет под нее больницу ставить. До херища будет еды, я понимаю. Сотка хавки только с этой точки. Это страшно, таких две ставишь и просто забиваешь хер на все в этой жизни. Но пока что мы себе не можем позволить. Так, районы. Логистика, да. Логистический район строится у нас здесь наверх. Так, у нас кончился на совсем уголь. Пошла нефть, переключилась. 24 недели еще будет у нас нефть доступна. Минус 1000! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Подожди, а ты адаптируешься сам под ресурсы? Оптимизируй нефть. О, расход стал теперь нефти больше, пошел доход угля, сейчас будет идти запас. Блин, мы теперь можем реально лоббировать ресурсы, точнее, не лоббировать, как это слово, не лоббировать, делегировать задачи на разные ресурсы. То есть перекладывать ответственность на уголь, потом, значит, на этот, на нефть, это просто великолепно. Я вот это и просил в начале игры. Так, здесь я вроде успеваю, там 20 недель у нас осталось, хорошо. Просто великолепно. Ну, уже скоро потепление, уже скоро потепление. Уже скоро будет тепло. Слегка подускоримся. Так, наука. Что мы там открывали? Воздушные дороги, да, наши охеревшие. Транспортные узлы рабочих, да. И теперь то, что я обещал. А я обещал, что я там обещал? Разведчики-первопроходцы. 14 недель. Даже без всяких ускорений мы успеваем. Это самое главное. Так, а где это ставится у нас? Мне интересно. Это же где-то в доп. Зданиях, скорее всего, да? Или где? Транспортный узел. Снижает спрос на рабочую силу в соседних районах. В любых. Ох, нихуя себе! Он на все районы жахает! 15% бонус! И на жилые тоже!
Мать моя мама! Это гениальное здание! Блин, теперь надо думать, как строить правильно будущие районы. Блин, я, короче, понимаю для себя, что нас в будущем ждет жесткая перестройка, когда кончатся временные ресурсы, вот эти вот временные ресурсы. Я буду строить вокруг ресурсов бесконечных, да, вот здесь. И я буду вокруг них строить, вот у нас здесь стоит, получается, добыча этого леса, вот как-то так. И два района, предположим, будет ставиться вот этих вот пилорамы нашей фабрики. И в центре будет точка, куда я буду пихать все возможные, блядь, бонусы. То есть я это буду точно рассчитывать, 100%. Как только я открою доступ к этому буру, мы это будем делать. То же самое здесь с едой. Буду ставить каким-то образом так кухни и другие всякие бонусы. Это прям важно. 15% съем рабочих на любые здания. Это очень крутая прокачка. Это прям просто пиздец. При том, что требования самого здания 50 человек всего-навсего. Охуеть. Вот типа, сейчас если вот здесь поставить, это будет, на, смотрите, снижение здесь полноценное и на один квартал, да? 15% съем здесь, 840, здесь 1100. Но это я просто заполучаю 300 рабочих новых, вот, из ничего. Это реально круто. 100 новых человек у нас больных получилось. Ну, тут ничего не поделаешь. Минус 100 температура. Я вроде всех всем обеспечиваю, тепло есть, но... Но, видимо, все равно холодно, к сожалению. Плюс разруха, может быть, еще бьет, не знаю. Блять, ну и буран, конечно. Но мы в центре его, уже видно его жопку, уже видно его конец. Уже видно его конец. Кстати, уже некоторые территории, которые были сзади, у нас открылись, да? А, нет, до сих пор из-за непогоды недоступны. Странно. Так, у нас теперь 30 сталкеров есть. Слушайте, я могу сейчас отправить сталкеров. А, нет, из-за непогоды нам город накрыло. Мы не можем никуда идти, накрыло город основной. Все, я понял. Сталкеры не могут выйти никуда. Ну, это конец буран, это конец. По еде мы успели, по ресурсам. Вообще все успели, в принципе. Давайте подускоримся чуть-чуть. Ну, пока делать просто нечего мне конкретно. Так, у нас сейчас кончится ресурс вот здесь на добыче древесины. Но у нас, благо, запас большой есть. Все, оно кончилось. Пошел расход. Ну, можно сразу здание ломать. Хотя оно сейчас дает, наверное, тепло дополнительное вот этим районам. Но я бы сейчас сразу ломал его и не парился. Да, снести район. Так, а мы там можем уже кого-то поддержать? Время ж прошло. Есть. Почти. Но, блин, кстати, уже стало сложнее, видите? Дожимать их до зоны, когда они могут проводить молитвы, прям стало сложнее. Ситуация с ними ухудшилась. Так, разведчики-первопроходцы практически у нас уже доступны сейчас. Так что ждите. Еда минус 3 сотки. Ужас. Ну, уже все, уже ля финал. Морозобор, требования их удовлетворены, отлично, они довольны. Теперь вот вопрос, куда дальше качаться, конечно, это грузовые станции, кстати говоря. Еще плюс 300 пропускной способности. Железнодорожный терминал, в котором вместе с грузами перемещаются грузчики, отвечающие за сохранность погрузки и разгрузки товаров. Производство ресурсов на постах, связанных с подвесными дорогами, заметно увеличивается. То есть это плюс бонус будет идти вот той же, тому же аванпосту угольному. Блин, как будто охуенно звучит, мне очень нравится, я бы это открыл. А тут у нас автоматика, да, автоматика. 500, она еще больше дает у нас, да, пропуска. В чем разница? Производство ресурсов на постах, связанных с водоснабжением, тоже увеличивается. А, и спрос у тебя рабочих меньше. Подожди, а в чем ее минус? Она же всем лучше, чем первый пункт, нет? Заметно доход увеличивается, заметно. А здесь просто увеличивается. Понятно, то есть...
Тут я транш увеличиваю, пропускную способность дороги, а здесь я увеличиваю само производство ресурсов в этих аванпостах. Блин, мне кажется, ресурсы важнее, чем транш. Как будто транш еще может потом будет руками как-то расширить. А, я же хотел сейчас, подожди. Я уже все, подвесные дороги. Какие нахер подвесные дороги? Я же хотел наконец-таки открыть больницу. У нас сейчас после Бурана мы будем выходить в дохера больных человек. Да-да-да-да-да-да-да. Нам бы сейчас это... Хотя бы одну больничку поставить, да? Центр медпомощи какой-то, ну, захерачить. Так, забираем в соседних районах. А, это у нас, кстати, это центр медпомощи. Это у нас просто соседние районы будут меньше болеть. Да, но там прям, я помню, была прям больница вроде как. Прям была больница. Центр медпомощи, бойцовский клуб, общество. Вот, прям больница есть. Темпы сегодня слегка будут расти. Клиника университета. Так, будет регулярно излечивать часть отсутствующих по болезни. Слегка падает заболеваемость людей. Открывает способность района первичная сортировка больных, которая снижает заболеваемость, но при этом будут умирать люди. Ого. Будет регулярно излечивать значительное число отпустившихся по болезни. Растет население туда-сюда. Тут прям все разные, что ли? Подожди. Реабилитация, больница. Больница. Это нас предлагают хранители веры. Больница с родильным отделением и реабилитационными центрами, чтобы пациенты могли полностью восстановить здоровье перед выпиской. Вау. Открывает особенность района первичная сортировка больных, которые... А, ну это то же самое. Рост населения будет идти в плюс. Но мне вот рост населения один из бонусов, который пока что вообще не нужен. Слегка падает заболеваемость, 200 рабочих. И регулярно излечивает значительное количество отсутствующих болезней. А у первой здесь, смотрите, какой бонус. На науку. То есть университетская больница. Людей будут лечить, и другие люди будут изучать это дело. И за это эволюционисты. Блин. Я впервые как будто за эволюционистов. Они реально нормальные темы продвигают. А здесь без бонусов, здесь просто, да, что у нас? Будет регулярно излечивать часть отсутствующих по болезни. А здесь значительное число по болезни. Значительное, блядь. Но она самая дорогая, вот эта первая больница университетская, самая дорогая. 300 рабочих. Блядь, открываю эту малышку. Давайте. Тут я впервые за эволюционистов. Ну, больница при универе, это вообще, типа, интерны, это нам надо. Так, у нас, кстати, там этот, на секунду, в конце Бурана, на секунду буквально у нас там пару часиков люди пожили без тепла. Но это была буквально секунда слабости. Буран прошел. Но я уже аплодирую, стоя. Сейчас, по идее, должен быть конец главы, что я все прошел. Сейчас должна быть какая-то катсцена. Но так было раньше. Но пока ничего не происходит. Вот она, вот она. Эволюционисты, бураны все еще опасны. Глава номер 3. Я вас поздравляю, ребята. Какая там серия по счету, не знаю, 27-я. Мы наконец-таки закрыли контент, который вы видели на стримах. Лед превращается в пар по мере того, как стихает буран, но возвращение морозов отрезвило даже самых самонадеянных. В борьбе за выживание нельзя полагаться на один-единственный город, объясняют эволюционисты. Угроза буранов не миновала. Мы должны заселить хорошие, надежно укрытые уголки. И нет места лучше, чем то, где есть фундамент для генератора. Одно из таких мест есть поблизости. Пусть заброшенное и с мрачным прошлым, оно достаточно велико, чтобы поддерживать растущее население. Его генератор до сих пор крепко держится корнями за замерзшую почву. Пришло время вернуться в проклятые руины Винтерхолма. Ох, ребята, глава номер 3. Возвращение в легендарный Винтерхолм. Ну, как будто пока что этот город непоколебим. У меня есть план того, что куда дальше двигаться. Есть планы на пустоши. За падью в проклятой долине находится разрушенный город Винтерхолм. Наши разведчики давно обходят стороной эти руины, но час пробил. Мы должны достичь Винтерхолма и разведать местность вокруг него. Тогда мы сможем устранить ядовитые газы и приступить к строительству второго города. Ядовитые газы, помните, у нас там была супер шахта, где мы копали под него супергенератор в первой части. Там тоже эти были ядовитые газы.
Блин, аж хочется на него посмотреть, честно говоря. Я надеюсь, там будет приближение камеры, как именно в Дредноуте. Мы должны не спеша накопить ресурсы, подготовить рабочих, а возвращение Винтерхолм станет серьезным испытанием. То есть спешить построить там город, нажать кнопку, не надо. Нужно будет рассчитать все ресурсы к этому времени. Я так и сделаю. Сейчас у меня, честно говоря, на ближайшее время планы, во-первых, я хочу разобраться со своим жилым районом номер 2, точнее номер 1, правым, который у нас в ущелье, правильно ли я его построил. Во-вторых, нужно сейчас разобраться с бурами, с ресурсами бесконечными, потому что ресурсы нынешние уже подходят к концу, вот. И вот только номер 3 после этого будем смотреть, что, собственно говоря, у нас там с Винтерхолмом. И то, возможно, не совсем сразу, а сначала погуляем сталкерами. У нас сейчас будет 3 здания сталкеров, их 30 человек. Может быть, как-то мы их расширим, посмотрим. Кстати говоря, подожди, а разведцентра в Дредноуте нет? Он здесь не ставится? Нет, да, у нас здесь точки разведцентра, блин, странно. Ну ладно. Короче, может быть, сейчас сначала поизучаем еще территорию. Нам явно на будущее потребуется ядра в энном количестве. Именно ядра. Что сейчас пойдут здания, которые будут требовать ядра на каждое здание, а у нас пока только 2, это очень мало. Но, опять же, это вот уже пункты. Я думаю, до Винтерхолма нам серии 2 еще копошни, так сказать. Но это уже новый контент. Тут я уже заданий не видел. И вот событий, которые будут у нас, как сейчас было вот с беженцами там этими, которые изгои, да, там просили нефть или чем-то еще, вот я там уже не знаю. Там уже будем ориентироваться, как говорится, по импровизации. На сегодня все, ребятки. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи. Пока-пока.